Живой гад! Сколько там? 7 минут. Чума, блин. Как у тебя получается? Сам не знаю. Я там как дома. Только в воде могу думать. 12 богов-олимпийцев. Из них 3 братья – Зевс, Посейдон и Аид. Их дети были наполовину людьми, наполовину богами. Привет, мам. Я думаю, в новой школе дела пойдут лучше. Рано или поздно все прояснится. Дарси Джексон, нам нужно поговорить. С 11 февраля. Мисс Дотс? Они нашли его. Кто меня нашел? Мы тебя ждали. Боги существуют. Мой отец Посейдон. Морской бог. Ого. Среди мифов и легенд, молния Зевса – самое мощное оружие из когда-либо созданного. Его похитили. Между нашим миром и следующим, если не вернуть молнию до летнего солнцестояния, начнется война. 3 героя, все полубоги получили в наследство дар. У меня к тебе очень сильные чувства. Только я не разобралась, положительные или отрицательные. Должны встать плечом к плечу и драться. Мы найдем молнию. Отныне его везде ждут опасности, как на земле, так и на небе. Это твоя единственная защита. Очень мощное оружие. Ручка? Используй его только при крайней необходимости. Это обычная ручка. Жми кнопку! Время вышло. Видать, ты не сын Посейдона. Перси Джексон и олимпийцы. Похититель молнии. С 11 февраля в кинотеатрах.